Еще одно из моих ожерелий, которые я когда-то делала, но было это лет 10 назад. Это настоящий лабрадорит. Вот я не знаю, поймаю ли я эту радугу внутри камней, но попробую. То есть это джемстоун, настоящий лабрадорит. Вот красиво сверкает. Ой. Пока лежал, сверкал. Ну, в общем, они все красиво сверкают. И между ними гематиты. Вот эти вот темно-серые бусины, гематит. Не та цепочка, нужно потяжелее здесь. Все-таки это натуральный камень, а даже когда выговариваешь джемстоун, уже понятно вес, да? Вот этот какой необычный внутри. Там много плоскостей, и они все параллельны друг другу, и их не очень так хорошо видно, но в общем видно. Вот такое ожерелье я и сделала когда-то. Был у меня такой порыв. Но цепь надо поменять на другую. Мне не нравится эта цепь. Если в то время мне она нравилась, то теперь нет. Лабрадорит, кстати, один из моих любимых минералов. Еще я достала, чтобы показать все свои рукодельные ожерелья, сделанные когда-то. Ну, они примерно в одно время все были сделаны. Это было лет 10 назад. Ну вот, это кристаллы Сваровски. И цепочка тоже сделана из бисера. Ну, бисер не Сваровски, но кристаллы здесь Сваровски использованы. Здесь беконы и риволи. И очень не хватает, мне кажется, красненького вот сюда. И вот эти кольца нужно было сделать без мысиков вот этих, мне кажется. Вот если бы я сейчас сделала его, я бы его сделала иначе. Хотя идея принадлежит не мне. Я ее подсмотрела. Ой, и замочек вот такой вот тоже здесь хендмейд. Ну, в общем, когда-то очень-очень я любила плести из бисера. Еще одно ожерелье сейчас покажу. Вот это ожерелье, это винтажное, я его не делала, я его купила. Вот такое, с таким замочком красивым. Сияющие бусины, хотя мне муж говорит, что мои изделия, мои ожерелья, которые делала я, ему нравятся больше. Спасибо ему, конечно, за комплимент. Итак, вот еще одно ожерелье, которое... Это не моя идея, конечно. Это я в журнале, в альбоме в одном подглядела, и там было очень подробное описание, и я его сделала. Это японский бисер, очень-очень мелкий. Но этого ожерелья, вот если кто-то будет делать такое ожерелье впервые, то... Вот самый последний вот этот ряд нужно укреплять каким-то тросиком, потому что, то есть не каким-то, а тросиком, потому что такая возможность есть, вот, если видно, то есть продеть сквозь все эти бусинки тросик возможно. И обязательно его здесь на застежке как-то закреплять. А застежка здесь крепится непосредственно за работу, за украшение, за бисер. Что, в общем, не очень, наверное, хорошо. Почему? Потому что он повисает, а нужно, чтобы он все-таки раскладывал, разложен был так на плечах, на груди красиво. Ну, в общем, вот такой есть у него один недостаток. Поэтому ожерелье не носится. Потому что о тросике нужно думать в самом начале. До того, как приделано тут все... Узелки закреплены и все запрятано. Потому что сейчас мне этот тросик уже не продеть. Таких я делала 3 штуки, но дарила их, поскольку эта идея не моя. Я не могу пускать это в продажу. Еще одно ожерелье, которое я тоже
идея не моя, схему его я увидела в одном из журналов. Эти бисерные фрагменты, они такие вот и есть там. Тут какие-то цветы нанизаны на трусик. Все они сделаны в одно время, лет 10 назад. Итак, еще одно ожерелье. И тоже из японского бисера. Здесь тоже Сваровски использован. Здесь бисер собран как бы с торца. Вот. Но этот блеск все равно есть. Я не знаю, видно его, нет. То есть все равно это блестит своими торцами, каждая бисеринка. Вот такое ожерелье. Оно достаточно мягкое. Но оно не повисает, однако, как вот то предыдущее. Поскольку эта штучка, вот эта декоративная часть у него, она такая не очень большая. И она на груди как раз лежит ровно, не сминается никак. И только вот что-то я намудрила здесь с кристаллом. Как-то он сдвигается там. Его нужно было, наверное, подклеить. Потому что он съехал в сторону, и мне это не нравится. Теперь я показала все свои работы, которые я когда-либо делала. Нет, не все свои работы. Я имею в виду ожерелья. Я все время повторяю чью-то красивую идею, которая мне понравилась, как бы меня зацепила, и нужно вот прямо хочу, не могу повторить. Вот. Но я еще раз повторяю, что я делаю все не на продажу. Я в лучшем случае дарю кому-нибудь. А, кстати, я его надевала уже. Вот это я не надевала. Я пыталась. Но потом поняла, что оно висит как тряпица, и это уже совсем нехорошо. А поминутно поправлять его на себе, это как-то тоже неправильно. Вот, поэтому не носится вот по этой причине. Вот это надевалось. Это носила я. Я, кстати, надевала его на футболку. Футболка с таким достаточно глубоким вырезом. И вот это было красиво вместе. И вот это надевалось. Это я надевала, опять же, на глубокий вырез. Но это была кофта из ангоры. Черная.